Ну, чё такой худой, а? Ну, хотя бы пару килограмм бы набрал. Как девчонки любить тебя будут, господи. Добрый вечер, я Лариса Гузеева в эфире. Давай поженимся. Роза, Вася, здрасте. Ты знаешь, что такое хипстер? Нет. Сейчас узнаешь. Угу. А бороться за него будут самостоятельная Элеонора, дерзкая Полли и утонченная Ксения. Ну, давайте сначала на жениха посмотрим. Добрый день, меня зовут Анатолий. Я ищу скромную, но эмоциональную девушку, которая разделит мою творческую жизнь. Проходите. Анатолий, 26 лет. Из-за яркой внешности и неоднозначной профессии представительницы слабого пола стали относиться к нему с недоверием. Анатолий – заместитель исполнительного директора в косметической компании. Участвует в модных показах, предупреждает, что неделя высокой моды для него святое. Гордится своим образованием. Мечтает купить домик на островах Тенерифе и завести семью. Анатолий никогда не обратит внимания на неопрятную, полную и безвкусно одетую девушку. Познакомиться с общительной и легкой на подъем авантюристкой, с безупречным стилем и чувством юмора. Привет! А вы сейчас друг за дружку держались, потому что поодиночке вы бы прям как лошарики бы свернулись? Это моя подруга, она на очень высоком каблуке, поэтому я переживал. Ясно. В чем жизнь держится, называется? Что у вас за такая профессия опасная, Толя, что девчонки вас избегают, и у вас проблемы с этим делом? Сначала я работал в модельном бизнесе, как модель, манекенщик, и потом уже стал работать в косметической компании, дошел до хорошей должности. Но, наверное, среди всех моих коллег и девушек остался такой стереотип, что парень, который работает в сфере красоты, это, ну, несерьезное отношение, только другом, может быть. То есть меня всегда воспринимали как друга. Вот смотрите, вы служили в армии. Да. И... Пришел и... такой солдатик, бравый. Ну, как раз после армии мне захотелось заниматься чем-то красивым. Но он симпатичный, ну вот... Ну вот да, когда парень симпатичный, с карими глазами. Ну, он не брюнет. В общем, захотелось в красивое, да? Мне захотелось заниматься чем-то эстетически красивым. То, чтобы другим... А 99% мужиков сказали, клево, еще так закурили, еще хабарик там потушили, потерли, подрались, там что-то такое. Вот. Ну, вот, а вам захотелось в красоту, понятно. К сожалению или к счастью, я не закурил и в армии, вот, и, ну, веду здоровый образ жизни. Вы приходите из армии, и у вас начинаются первые серьезные отношения. Или нет? За 26 лет были же серьезные отношения? Были, да, и до армии были. Ну, до армии не в счет. А вот Лариса, после... а как он... Малыш, ты в армии-то выжила, а? Нет, как он туда попал с недобором веса? Вот это другой вопрос. Нет, нет. Он стал по поводу веса париться, когда пришел модельный бизнес. А там не парился, да, нет. Там наоборот все было. Я не считаю, что армия – это показатель мужественности. Мне кажется, его там били. Потом он пошел в моду. После армии. Какие войска-то? Я связист. Ой, ну, в связи с... Может, на кухне сидел, поди? Нет, да какой нет там видать, не сидел, худой прямо. Связисты с катушкой прямо бегают. Нет. Толь, про серьезные отношения хочется. Серьезные отношения были уже после армии, я считаю. В один момент просто зажглись они, просто я увидел девушку, это вот где-то уже сидел у меня образ в голове, и я сделал все, чтобы она была со мной. А со мной она стала уже там через 2-3 недели. Угу. Вы жили в разных городах. С этой девушкой, с которой были первые серьезные отношения, мы жили вместе с Москвы, но она переехала из Питера. А с последней девушкой, с которой я встречался, были в разных городах, и это, в принципе, не мешало. Да, вот вы пробовали разные модели отношений, да? Вам казалось, что если быть с девчонкой ласковым, порядочным, внимательным, то она будет об вас вытирать ноги. И вы решили измениться. Кто-то вам, наверное, советовал. Да, как раз после... Что лучше немножечко добавить хамства. После армии у меня как раз решил проверить такую модель отношений, как все парни козлы, поэтому девушки их любят и остаются с ними. Первая девушка, которая мне попалась после армии, как раз попала под мою горячую руку. Я говорил и делал какие-то вещи, несвойственные мне, то есть вел себя на самом деле по-хамски. Втянулся?
Понравилось? Но в какой-то момент это все быстренько закончилось. Девушка, ты обалдела и была с вами. Думала, господи, что это с ним? Вроде приличный парень. Да, она была со мной. Мы ругались, мирились. Это вот та, которая из Питера? Нет, это... А что делать, я так не поняла. Поколачивал ее иногда, изредка. Нет, неправда. Руку я, конечно, на девушку не поднимаю. А она на вас? Ну, было, да, налетала с пощечинами. Ну, потому что я говорил какие-то нехорошие вещи о том, что... Например? Ноги короткие, у тебя голова большая. Что-то типа того. Она коротко подстриглась, я говорю, да ты посмотри на себя, ты совсем не девушка, ты пацанка. Вот. Или там что-то мог сказать, да ты не влезешь в эти брюки, там, смотри, последи за собой. Понятно, по-больному, короче говоря. А родители чем занимаются? Сейчас родители ведут достаточно простой образ жизни, живут в деревеньке, откуда я родился и рос. Вот откуда у деревенского парня вдруг такие эстетские запросы? Просто объясните. Я даже не знаю. Сейчас бы в деревню за утками по лугу побегать. Ну, так вот с этой барышней были вот эти страсти, мордасти, в прямом смысле мордасти. Ну да, и в один прекрасный момент они зашли слишком далеко. Угу. Когда, ну, она оказалась тоже с влиятельными друзьями, когда они мне начали уже угрожать конкретно, что я веду себя не очень хорошо с девушкой, вот. Пришлось эти отношения прекратить, но мы до сих пор друзья. Ну, не производит. Вам я тоже не могу. Он не производит впечатление человека, за которого можно спрятаться и чувствовать себя как за каменной стеной. Когда понял, что для того, чтобы нравиться женщинам, нужно состояться там в профессии, например, да, или нужно заработать много денег. Вот что сподвигло вами для того, чтобы написать заявление там в дом мод, куда пошел работать манекенщиком? Это случилось, когда как раз девушка уехала в Питер. Это, в принципе, наверное, была основная причина, потому что она поняла, что она не может состояться, и парень вроде бы тут ничего из себя не представляет, и как бы надежд было мало. Поэтому она, наверное, развернулась, уехала, решила закончить свою учебу. Нет, а вы вот как решили? Однажды утром проходила мимо зеркала, посмотрела на себя и думает, кто этот красавчик? Ой, это же я, Толян. Дай-ка я пойду вот в этот бизнес красоты. Как это случается с вами? Почему одни идут, образно говоря, вагоны разгружать для того, чтобы заработать деньги, а другие вдруг вот... Волосинка к волосинка, очечки хипстерские и вот в этот бизнес. Вот объясните, почему вдруг? Ну, в один прекрасный момент мне начали все писать в социальных сетях, фотографы. А где вам сказали, что нужно немножко килограммов в области груди набрать? Ну, в одном из модельных агентств мне сказали, что для подиума ты, парень, худоват. И пошел в спортзал, заставлял себя есть там творог, курицу, чтобы эти... Килограммы наросли. А аппетита не было, да? Аппетита не было, но вот после тренажерного зала появлялся. И все-таки своих целей я добился. Будете вместе ходить в спортзал. Будете поправляться вместе. Да, будете вместе овсяночку по утрам. А вы, девушка, тоже худую хотите? Да. Насчет девушки... Все мои девушки не были там супер анорексичными, и я считаю, что иногда вот мне страшно даже смотреть на подиум, потому что идет девушка, я боюсь, что она переломится. Иногда они очень сильные. А знаете, какой самый сильный шум? Это когда два скелета занимаются любовью на железной крыше. Поэтому вам не грозит романтичная вот такая вот обстановка. А знаешь, какие синяки после этого остаются? Ужас. И самое главное, что у людей, которые действительно заморачиваются на теме веса лишнего или недостаточного, у них свои представления о весе. То, что вы называете суперанорексичными, для нас может быть, ну, вообще воздухом воздушным. И я вполне допускаю, что та девушка, которую мы с вами сочтем, ну, очень худой, для Анатолия будет крепышечкой. Вот нам бы какие-нибудь примеры. Вот, например, ваша подруга. Абсолютно все в порядке. То есть вы считаете, что это нормальное телосложение, да? Абсолютно. А она худенькая? А вы себя какой считаете? Я бы вас подкормила бы. Хорошо. То есть у вас есть... Не поможет. То есть у вас есть сомнения в том, что она худенькая? Она, на самом деле, очень худая, очень стройная девушка. На взгляд большинства присутствующих в этом зале. Смотрите, у Анатолия сомнения. Ирина бы не была в числе моих друзей, подруг, если бы у нее что-то было не в порядке с фигурой. А брутальный мужчина, это когда у него не ребра видны, а кубики такие. А у женщин для близких друзей должны быть отдельные полноватые места. Угу. А вот девушку с ребеночком возьмете? Ну, я думаю, что пока не готов, но своего хочу обязательно. Угу. Вам в 26 лет зачем жениться? Ну, я считаю, что я уже... В принципе, состоялся, у меня есть хорошая должность, хорошая работа. Вы живете в Москве? Да. Угу.
Есть квартира, то есть куда привезти. Абсолютно. Скажите, а круг общения, вот кто ваши друзья? У меня все творческие друзья, так получается. Вот, Ирина художница, модельеры, кто еще? Наверное, кто-то, кто имеет отношение к сфере красоты, искусства, угу. Творческие люди. Голод, и девушка тоже должна, соответственно, быть вашего круга? Нет, не обязательно. В принципе, вот когда я выходил, я говорил, что она может быть скромная, простая, но при этом яркая и живая, чтобы с ней не было скучно. А как скромная вот. И яркая? А, скромная в том плане, вот опять же возвращаемся к модельной индустрии. А, все вот эти девушки-манекенщицы, основной целью, мне кажется, мне так показалось за несколько лет работы, они ищут какого-то папика, там, намного старше мужчину, который их будет обеспечивать. Сегодня не работает уже ни внешность, ни красота, это очень быстротечно. Сегодня это доступно, сегодня это легко сделать. Поэтому что не купишь? Образование. Я вот согласен. Роза часто говорит о подушке безопасности. Так вот эти девочки из хороших семей, они понимают, что подушка безопасности – это не квартира на Рублевке там, или не дом, который папик купит, а это то, что у тебя в голове. Вот и все. Папик, не папик, главное, чтобы чувства были. То есть не принципиально у него конкретно сейчас там куча всего, или у него когда-то это будет? Главное, это видно, чтобы в человеке был человек. Да. Если вы на самом деле хотите жениться, если вы на самом деле хотите семью, то, что вы сейчас говорите, это не имеет никакого отношения. Потому что вы абсолютно инфан. Если бы была девушка и голос немножко бы вот это, то она бы не была в кругу моих друзей. Почему не была бы? А вот если голосочек пониже сделал, нет, это надо, это уже... Нет, в плане образования я очень с вами согласен, потому что у меня у самого есть высшее образование. Сейчас какое? Я учитель физики и математики. Закончил. Почему не работаете по специальности? Почему не развиваете себя в этой Я собираюсь брать детей на репетиторство. Да кто вам отдаст? Вот я бы с вами познакомилась, вот вы такой в очечках пришли бы, на помаженные ко мне, да, и кто бы вам отдал. Но еще девочку более-менее, потому что девочка у меня сама сломает кого хочет. А к парню бы не пустила. Когда я был... Ну, потому что, миленькие, Толь, ну давайте, да, вот будем разговаривать как взрослые люди. Я понимаю, что сегодня это модно, сегодня это есть определенное такое направление. Вот я уже в пятый раз говорю, это хипстерство. Но это тоже все отойдет. Что за этим? Что дальше? В сфере красоты. Каких высот хотите достигнуть? Кто ваш идеал? Кто? Юдашкин? Ну, я не понимаю просто. А я там, про кстати, что и где? Не видела. Чтобы много, только наши. Вот шо, каких высот хотите в своей профессии добиться? На что девчонки, которые сейчас сидят в комнате, вот они уже прямо превратились в сплошную рассчитывать. Свой бизнес в какой? Этом. Какой? Дарить людям красоту, молодость, здоровье. В смысле чего? Фитнес-клуб или что? Не обязательно. Есть много вариантов. Как вот один из? Ну, в принципе, в той компании, в которой я работаю, да. Меня все устраивает. И люди у нас довольны уходят. И, а денег ваши много? Друзья? Ну, видите, хватило на квартиру. Я ищу перспективного человека, который готов развиваться, строить бизнес. И, конечно же, рано или поздно у него обязаны быть деньги. Это очень важно. А вот у вас есть какая-то программа минимум на 5 лет? На вот первые вот эти 5 лет? В плане отношений или в плане чего я хотел бы достичь? В плане чего бы хотели достичь? Есть. Можно послушать? Открыть свой бизнес. Открыть свой бизнес. А в плане личных отношений? В плане личных отношений жить с семьей, наконец-таки. А деньги на открыть свой бизнес-то есть? Есть. Стартовый капитал? Конечно. Накопили? И бизнес-план есть. То есть вы четко представляете, что вы собираетесь да. делать в ближайшие 5 лет? А можно поинтересоваться? Это больше миллиона? Конечно. Больше. Скорее всего, вам, знаете, какая женщина нужна? Которая умела бы о вас заботиться бы. Вот чтобы не переедал, чтобы не пере... Ну, все не пере... Ой, кстати, а супружеским долгом? Ну, когда сил мало, не устаете? А почему мало? Ну, все у него жирных сил меньше. Конечно. Все у него силы. Жирдякины-то быстрее устают, Рос. Ну, там все-таки хоть энергия какая-то да, есть. Откуда она? От жира энергию убрать. Ты думаешь, то, что он запыхался, это страсть, дорогая моя? То, что он так часто дышит? Это его просто... Конечно, с сердцем проблема, а не потому, что худенькие не устают. Мне кажется, что во мне энергии очень много. Девочки, которые будут за вас бороться, вот всю энергию натратили на это. Ну, пускай вот, знаете, как говорится, плохо, когда нет человека, который о тебе заботится. А еще хуже... когда нет человека, о котором ты будешь заботиться. Но вообще, как показывает практика, 8 марта рождаются мужчины, очень любимые женщинами. То ли они себя воспринимают как подарок дамам. Ну вот вспомнить даже Андрея Миронова. Они на самом деле любимы, и я абсолютно уверена, что Анатолий тоже будет любим. Единственное, что вам нужна женщина, которая будет практически
стоять ногами на земле гораздо крепче вас. То есть она должна быть более расчетливой, она должна быть чуть более приземленной. Действительно так. Нужно выбирать женщину, которая сама хотела бы и могла бы принимать решения в отношениях. Спасибо. Уже через несколько минут наш жених познакомится с первой невестой. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся». У нас в гостях Анатолий. Встречайте первую невесту. Здравствуй, Анатолий. Меня зовут Элеонора. Чтобы я была по-настоящему счастливой, для меня должны в жизни быть две составляющие. Первое, чтобы составляющая это говорила любимая, а второе – мама. Надеюсь, очень ты сможешь приятно. Сделать меня счастливой. Спасибо. Элеонора, 29 лет. Заместитель начальника в страховой компании. Любит фотографироваться, ходит в спортзал и много читает. Мечтает родить троих детей и научиться летать. Предупреждает, что очень сентиментально. Признается, что стесняется своей фамилии. Возлюбленный постоянно изменял Элеоноре и внушал ей, что она некрасивая. Надеется, что Анатолий поможет ей поверить в себя. Здравствуйте. Что это за оранжевое солнце? Это солнышки. Ура. Спасибо. 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 Сами делали? Нет. Нет. Но идея моя. Идея ваша. Какая красота. Спасибо вам большое. А надо... Элеонорочка, я поставлю, да, иначе я вас будет. Видеть не буду, ладно? Хорошо. Вот. Давай я Спасибо, здорово. Я, конечно, очень удивлена, что молодой человек, с которым у вас были отношения, внушал вам, что вы некрасивая. Может быть, просто боялся вас потерять, поэтому для мужчины что? Легче загнать в комплексы и думать, что теперь куда она от меня денется? Ну, он был первый парень на деревне, самый красивый в школе. Тогда и... что? И вы бы ему задали вопрос, тогда что тебе от меня надо? Найди себе красивую. Не знаю, он меня стеснялся. А сколько вы с ним прожили? Мы с ним не жили, мы с ним встречались около трех месяцев. А мама не рассказывала там про гордость, что мама, конечно, рассказывала, парней нужно просто от себя. Она была очень против того, что я встречаюсь с этим молодым Почему? Человеком. Ну, потому что вот такую неуверенность в себе во мне взращивал, комплексы взращивал во мне. Мама была категорически против. А он такой, он, вот ему надо, чтобы... За ним вот и сказали уже там неоднократно, что ему надо, чтобы ему там следили за ним, сколько он кушает, сколько тратит денег. Поэтому ему нужна сильнее женщина. Она ему понравится, а вот он ей, да. Это я очень сомневаюсь. Но у вас это не только это была причина, да, плохих отношений? Вы ведь и сегодня не поддерживаете с ней? Нет, или уже простили? Все хорошо. Чего вы маме не могли простить, когда были юные барышни? Там... Не могла простить, мне казалось, что... Ничего, даже если вы плачете, значит, вы живая, детка. Вы живая. И очень хорошо, что вы пришли, и хорошо, что мы говорим на эту тему. Мне казалось, что мама меня не любит, и что я приемная дочь. Потому что она вас била, потому что приходили чужие мужчины в дом, да? Ну, она хотела мне отца. Она искала, я ее сейчас понимаю, она искала мне отца. А мне, как подростку, психологически тяжело было. А вам нужен был не новый мужчина в доме под названием папа, а вам нужна была просто мама. Вот мамина ей любовь. Ей приходилось мама... быть и мамой, и отцом, и мужчиной. Мама распускала мама распускала руки за что? Ну, вот в каких ситуациях? За что угодно. Мама была любимая собака, могла убежать, там я не уследила, я искала ее. Ну, там, за плохие оценки, ну, всякие ситуации были. Бабушка, дедушка, родители мамы есть? У мамы рано были приемные родители, и они рано умерли. Ей было 24 года, и мне 4 годика было. Угу. Вот у нее большой стресс после этого был, и психологически, вот я думаю, она из-за этого агрессивная была. Нет, мама просто агрессивная, это мамина судьба, детка. А вы не обязаны совершенно, маленькая, совершенно не обязана отвечать за это. Понять маму нужно, конечно, понять маму, пожалеть. Но вы абсолютно не обязаны жить с этим, вот,
с этим грузом. Это судьба мамы. Вы должны быть счастливы сами по себе. Хорошо, обещаете мне быть счастливы? Сейчас научим как. Ладно? А не смущает профессия Анатолия? Он же вообще купается в женском внимании. Меня очень смущает профессия Анатолия. Да, но зато у человека нет комплексов абсолютно. Она, наоборот, сейчас хочет больше детей, больше давать им внимания. Поэтому она хочет быть домохозяйкой, да. Сидеть дома и с детьми, чтобы детям дать то, что сама не получила. Элеонорочка, вы понимаете, что вы должны быть счастливы сами по себе? Вы понимаете, что есть ваше собственное желание, и вы можете эти свои желания обслуживать, если у вас есть возможность. Вы не должны никому доказывать, что вы хорошие, что вы красивые. Вы не должны никому угождать, ни под кого не подстраиваться. А как по-другому, когда любишь? Послушайте, Мелька, вот я вам сейчас хочу сказать. Пока у вас нет своих детей, вы никому ничего не должны. Вы должны самой себе. Вы должны быть счастливой. И все делать для того, чтобы быть в будущем счастливой мамой, счастливой женщиной. А не выматывать себя в отношениях. Не связывайтесь с мужчинами, которые вас недостойны. Я вот хочу по поводу Анатолия. Вот смотрите, молодой человек себя любит в засос. И счастлив, и счастлив от этого. Но учить вас, как себя любить, не научит. А в комплекс вогнать, может быть, сможет еще в большее. Поэтому вы вот себя видите рядом с Анатолием? Ну, мне показалось, что в Анатолии нет конкретики. Мне на сегодняшний день уже нужны дети. А у Анатолия как-то все... Ему 26 лет только. Мне кажется, они бы тоже, знаешь, могли дружить, может быть, общаться, поддерживать друг друга. Но вот так как пару, я бы их вообще не знала. Пообщайтесь, задайте вопрос. А вас не будет смущать, что иногда у меня есть опыт фотографии ню? Мама не зря волновалась. Вы сами себя фотографируете? Нет, меня фотографируют профессионалы. Я человек, который любит ломать стереотипы. Не обязательно обнаженная девушка, да, это гулящая, курящая, пьющая. А для чего? Смотри, пришла такая платье-ромашка, да. Поясочек розовый. А ты видела подборку фотографий? Красное платье, сетка на тракторе. Да, в красном платье. Я объясню, просто у многих есть таланты петь, танцевать. У меня этих талантов нет, но я внутри творческая. Ну, не всегда это раздевание, это очень эстетически красивые фотографии. И иногда я так самовыражаюсь. Ну, пока не родите, фотографируйтесь, правда? Я очень вас понимаю, потому что почему я занимаюсь творчеством? А у вас ню есть? Есть. Нет, у нее есть красивые фотографии, которые действительно делали профессиональные фотографы. Что стало с миром? Ну, вот то, что, допустим, Элеонора снимает в стиле ню, у меня как-то это не смущает. Девчонки все дуры, и все любят себя, как они говорят, пофоткать, понимаешь? Посмотреть, ну вы, молодой человек, меня как-то... Это же часть работы. В стиле ню, мужской журнал. Анатолий так эмоционально об этом рассказывает, что начинает, что это любимая часть работы. Нет, не обязательно. А потом дети папку найдут и скажут, и вот ты мне ругаешь за двойки. Ну, я видела эти фотографии, они вполне приличные. Да? Ну, у нас Роза эксперт по фотографиям, по мужским стилям, поэтому... Детка, приготовили сюрприз? Да, конечно. Да, покажете? Пройдемте, Анатолий. Анатолий, так как я девушка, которая росла в своем доме, я умею делать практически все. И хотелось бы проверить, умеешь ли ты поколоть дрова? Хорошо. Молодец. Это вызов судьбы. Берем. Нет. Вот. Хорошо. Ты печку не топил ни разу? Почему топил? Я даже знаю супертехнологию, что... Можно ударять так, а потом переворачивать, и вот так она... Показывайте, что вы рассказываете. Смотри, сможет ли он это сделать? Нет! Справился. Спасибо. Молодец, правильный тест. Спасибо большое, Элеонорочка. Ну ты как? Вообще так разволновалась. Он тебе понравился? Ну как, поменялось мнение? Ну пообщаться, да, можно с ним. Ну, делитесь впечатлениями. Как вам?
Мне очень понравилась девушка. Когда рассказывал свою историю, мне прямо хотелось уже подбежать, обнимать, успокаивать. Очень красивая, очень эмоциональная, все, как я хотел, желаю. Та сторона, которую сейчас продемонстрировала нам Элеонора, мне очень понравилась. Она действительно выглядела нежной, беззащитной, хрупкой. Она вызывала какое-то соучастие, сострадание. Мне было с ней приятно. Но редко, когда человек бывает однозначно вот таким, какой показался Элеонора. Мне кажется, она бывает еще и другой. У нее еще и другая сторона. Ну да, судя по снимкам, я понял, что в ней многогранные. Вот, поэтому другую сторону она сегодня не продемонстрировала. Если вы готовы ужиться с ней, с другой, а она, конечно, безусловно, будет в какие-то моменты, может быть, даже очень часто другой, то дерзайте. В разницу в возрасте меня не смутило. Меня тоже не смутило, да. И я готов ее узнавать. Я смотрю, вы нервничаете, и даже знаю почему. Ну да, я забыл подарить цветы. Ну так идите и подарите. Да. Спасибо. Спасибо большое. Вот, и мне кажется, что и в отношениях с мамой они друг другу попили кровушки. Мне кажется, Элеонора маме тоже кровушку допопила. Расскажи, Василиса, нам про Элеонору, что звезды. Ну, ей нужен мужчина, который будет без аномалий с точки зрения общественного мнения. У нее Юпитер управляет седьмым домом. Юпитер этот сильный, это значит, что ее собственные ожидания, ее собственные предпочтения в принципе пересекаются с тем, что хотят окружающие. Мужчина какой-нибудь экстремальной профессии, экстраординарный, необычный, я думаю, ей вряд ли подойдет. То есть, знаете, нужен такой, на которого соседи не покрутят пальцем у виска. Нужен нормальный с точки зрения обычного для нее круга. Только с таким ей будет самой комфортно, не будет конфликтов, потому что случайно, ну не хочется сказать подобранный, но случайно обретенный мужчина, даже вызвавший любовь и выбивающийся из чаяния ее окружающих, ну, скажем так, с ней долго не задержится. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите на 736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом. А пока реклама, оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Анатолий. Встречайте вторую невесту. Меня зовут Полли, и я предлагаю завивать этот мир вместе. Это для вас, Полли. Ой, спасибо. Спасибо, проходите. Полли, 22 года. Студентка финансового университета и профессиональная модель. Мечтает создать свою бизнес-империю и появиться на обложке знаменитого глянцевого журнала. Предупреждает, что у нее очень плотный график работы. Первый возлюбленный Полли стал донором, чтобы водить ее в рестораны. Второй примерял образ вампира, чтобы произвести на нее впечатление. Надеется, что Анатолий подарит ей много новых эмоций. Донор, вампир, о боже, да. Боже. Да? А вы Полина полное имя? Нет, Полли. Прямо Полли Андреевна, да? Анатольевна, кстати. Да? Да. Понятно. Ну, давайте сами расскажите, потому что я запуталась. Кто кровь сдавал, кто что делал ради вас? Встречались мы с одним мальчиком, это было давно. Он был очень хороший, он верил в альтруизм, отказался от материализма, ну... Он был фанатом Курта Кобейна, Курт Кобейн был против материального, и он решил все. И он жил в коробке из-под телевизора, он да? Жил возле вашего дома. В общежитии студентом был. У него папы бизнес был, то есть он должен был его наследовать, он сказал, нет, 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 я против. Ну, волосы красивые. Да, красивые. Это все мои эмоции. И, в общем, для того, чтобы сводить меня в кафе или в ресторан, он ходил, сдавал кровь, за это платили деньги, и вот за эти деньги он меня водил. А родители ему ничего не присылали на учебу? Он отказывался. Он отказывался от помощи родителей. Это он вам так сказал, потому что у меня богатый папа, но я плевал на его деньги. Я ему верю. Я ему верю. Может, действительно, он хороший, он правда хороший. Очень нечасто хорошие люди встречаются. Но вот... И что? Ну что, я посчитала, что он слишком хороший. Он вас любит. Кровь кончилась. Хороший. Я решила, что я могу его испортить, поэтому не Чем надо. Чем испортить? Ну, я не считаю, что я такая прям супер хорошая и правильная. Ну, зачем ему общаться со мной? Не надо. И вы его бросили? Нет, мы расстались, я сказала, как есть.
Но зачем его портить? Сказали, хочу хорошую жизнь, красивую. Так логично, логично, но понятно, что просто чувств уже не было, правильно? Да. И тут появился у вас вампир. Да, и тут появился у меня вампир. Я в то время увлекалась рок-музыкой, и у него был очень необычный образ. Мне иногда нравится что-то креативное. Он ходил в образе как вампир, у него были черные ногти, такой жакет вот дизайнерский. Очень нестандартно, на него все обращали внимание, и тут он решил свое внимание посвятить мне. И я сразу такая, вау, неудивительно, он выбрал меня из толпы, какая прелесть. Но он хотел просто поиграть, и меня это очень сильно задело. Иногда меня задевает, когда мне говорят нет, и все. И вы, так сказать... обнародовали в сетях, что он человек нетрадиционной ориентации. И в сетях, да? И в тусовке. Ну, это была такая злая шутка. То есть провели кампанию информационную. Ну, да, я больше так делаю. У жениха явно интерес есть, это видно. Как минимум, они общаться точно смогут. Вот про взрослые отношения расскажите. Он появился перед моим взором в лучах заходящего солнца. У него были такие волосы, он сделал вот так вот. И у него была какая-то куртка красивая на голое тело. И вот он стоит и такой, и я такая, вау, ну все. Принц, принц спустился с небес. Очень мне понравилось. И он... В общем, я целый год пыталась наладить отношения, там писала ему, изучала книги по психологии, изучала его любимую музыку, его любимых исполнителей, читала его любимые книги, узнавала все про его друзей. Правильно делаете, все так девчонки поступают. Да. Ну и вот спустя... 3 года после нашей первой встречи я увидела от него какую-то отдачу. Он уже был, хотел со мной какие-то отношения делать, но уже было поздно, уже все. Мы немножко по другим путям развивались. Полли очень интересная, очень экспрессивная, в отличие от первой участницы. Они абсолютно разные. А чего от жизни хотите? Хочу построить бизнес, хочу добиться успехов, хочу самореализоваться. А когда же семья-то? Ну, семья тоже входит. 22 года. Семья тоже входит в понятие. 22 года еще всего этого хотеть абсолютно правильно. Если бы вы не хотели, а хотели немедленно замуж, это вызвало бы а больше вопросов. А что же она к вам пришла? Да, ну, чтобы у нас приличная программа, здесь встречаются хорошие парни. Скажите, пожалуйста, больше не экспериментируете с анорексией, нет? Нет, нет. То есть перестали зацикливаться? Да. Потому что в каком вы возрасте весили 40-32 килограмма при росте 1,80 м? Я весила 45 килограмм при росте 1,80 м, мне было 17-18 лет. Это все было искусственно, да, вызвано? Да, я ела очень мало, я пила очень много кофе, но я уже чувствовала какую-то слабость, то есть мне вот хотелось все, я лежу, мне уже как-то ничего не хочется. Нет, сейчас она уже нормально себя чувствует абсолютно, кушает здоровую еду достаточно. Ой, ну сладенькое любит, да. Да, она срывается. Скажите, вот перед вами конкретно Анатолий, что мы будем сейчас, да, ходить кругами? Да. Вы видите его рядом с собой в качестве мужа? Вы похожи внешне, у вас одна порода. Мы из одной среды. Остроносенькие, да, светлоглазые, похожи очень, лепко, форма головы похожа чем-то. Мы из одной среды, тем более он говорил, что он хочет начать бизнес в сфере красоты, моды, индустрии, мы тоже. У нас свой фотопроект, мы будем снимать видео. У вас это у кого? Fashion. У меня, у моих друзей. А у ваших подружек? Да. А я вот особо не вижу, чтобы... И не помню я, что пары были из их среды. Что два манекенщика, как сами говорите, вы мне себя кажется, вешалками что называете, чтобы две вешалки были. Вы рассказывали про свои истории, каждый раз вас молодой человек впечатлял. И я вот смотрю на Анатолия, мне кажется, что это может быть воспоминание о программе, вроде он появился передо мной в этом красном галстуке, в своих очках. И я поняла, что это он. Одеты вы соответственно тоже, удивительное совпадение. Вполне, может быть. А в Москве вы сейчас живете где, у друзей? Мы с подружкой снимаем квартиру. Сюрприз. Вот. Сюрприз? В плане? Покажете? Квартиру? Квартиру тоже показать. Для меня это будет большим сюрпризом. Простите. Да, конечно. Я приглашаю тебя последовать со мной на 7-е небо. Ну что, будь моим Джеймсом Бондом. Хорошо. Так. Слушай, без хардкора у нее никак. Ого, ничего себе. Слушай, да реально все, он ее выбирает. Я тебе говорю. Спасибо.
Спасибо, спасибо. Спасибо. Да, какие вы не спортивные оба, однако. Но красивый сюрприз, впечатлило. Забирайте букетик и теперь слушайте в своей комнате, что мы будем говорить спасибо. О вас. Спасибо. Пока. Вам. Ну что, будете знакомиться с третьей невестой или достаточно? Конечно, будем. Тогда проходите. Привет, меня зовут Ксения. Надеюсь, у нас с тобой будут какие-то общие интересы, потому что я тоже творческий человек и многим интересуюсь. Ксения, это для вас. Спасибо большое, чудесные. Ксения, 22 года. По образованию экономист в химической отрасли, пишет статьи для интернет-журналов, любит новые направления в музыке, обожает путешествия и море, гордится своим интеллектом, предупреждает, что вряд ли когда-нибудь станет матерью. Единственный возлюбленный в жизни Ксении требовал слишком много внимания. Надеется, что Анатолий оставит ей хоть немного личного пространства. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Ксюша, ваша худоба на любителя. Находите такие? Конечно, есть люди, которым важнее внутренний мир человека, чем его вот внешняя оболочка. А как вы довели себя до такого состояния? Тут слово определяющее «довела». Я не доводила себя специально. То есть у меня с детства были проблемы с аппетитом, вплоть до того, что родители пытались с этим бороться, травы какие-то, полынь не давали. С какого возраста начали бороться? С детства прям, ну, вот сколько себя помню. Для кого-то детство 5 лет, для кого-то 14. Может, лет с 5, может, даже младше. То есть это всегда была проблема накормить меня. Я порой не хотела травмировать родителей этим, а брала пищу, потихоньку коту все это скармливала. Родители молодые? Нет, мама родила меня достаточно поздно, в 30 лет. Мои родители разведены, с отцом я уже лет 10 как не вижусь. Угу. А не в это же самое время у вас начались вот проблемы? Нет, нет, это не связано с разводом. Я была уже в достаточно зрелом возрасте, когда они развелись, понимала. Угу. Для меня это не было психологической травмой особенной. Правда? Вы встречались с молодым человеком и сказали то, что он слишком много требовал от вас. Вот поясните. Слишком много требовал внимания именно. То есть ему нужно было, чтобы я все время была рядом с ним. Он стремился все время свое свободное проводить со мной. А у меня слишком много направлений жизни, меня слишком много интересует, чтобы уделять свое внимание только одному человеку. А долго вы встречались с этим молодым человеком? 3 года. Вот это самое длительное мое отношение. Более серьезных у меня не было. У вас с ним были близкие отношения? Да, очень близкие. Вы говорите, что вас подкупила его жалость, да? Нет, не жалость, а скорее его настойчивость. Он караулил у меня у подъезда, у дверей. Ну, был у него молодой человек, достаточно навязчивый. Ну, все у них было предельно корректно, все было хорошо, но его было слишком много. Он задушил ее. Ксенечка, а вот при такой худобе будем детишек рожать? Нет, вы убеждены, у вас не будет детей, вы сами об этом говорите. При такой худобе у вас детей быть не может, да? Да, да. А скажите мне, пожалуйста, а вы сами понимаете свою проблему? Да, конечно, понимаю. А что-нибудь вы делаете? Потому что пока вам будут все вдувать в уши, что вы прекрасные, что у вас все хорошо и так далее, вы будете думать и списываться. Просто это проблемы, которые в моей семье, например. Моя дочка тоже стала увлекаться этим, и были уже пограничные состояния с ней. А почему она не может потолстеть? То есть, ну, видимо, у нее все-таки болезнь, она же не специально это с собой делает, правильно? Почему? Не знаю. Понимаете, ну я человек резкий, я сказала, ты похож на уродину, потому что это отвратительно. Смотреть вот на это отвратительно, ужасно, я тебе не дам. Я тебя привяжу к батарее, я буду насильно тебя кормить. Вот и все, потому что вот это говорит, да, каждый человек имеет право, это выбор. Какой-то не выбор, это выбор смерть. Все, впереди смерть. Вы здоровая молодая леди, 22 года. Вы должны выйти замуж, у вас должны родиться дети.
Ну, вы же не хотите умереть, правда? Конечно, не хочу. Вы же хотите оставить что-то после себя, вы же хотите прожить яркую, красивую жизнь. Конечно. Для этого нужны силы. Этот молодой человек, которому было 16, вам 17, он был единственный у вас? Нет, не единственный, просто это были наиболее серьезные отношения в моей жизни. Да. Как вы считаете, почему вы с ним расстались? Он слишком давил на меня своей любовью, вот он слишком меня обожал, боготворил вплоть до того, что он не представлял своей жизни, это для обожал меня... Обожал до такой степени вас, вот так он вас любил, так обожал, что вы с ним расстались, потому что вам это стало в тягость. То есть все женщины на земле мечтают о том, чтобы нас так обожали, так любили, а вы вдруг надорвались от такого чувства. Может быть, у вас сил перестало хватать на любовь? Просто все хорошо в меру, а когда тебя как божество готово ноги целовать буквально, то это очень тяжело. Это... Поэтому слушайте меня, просто пойдите к врачам. Сегодня, если вы признаете, что это болезнь, у вас что-то ваши проблемы. Вот для меня это проблема, то, что я, посмотрите, в глазах огонь, а грудь два танка. Это моя проблема, я люблю. Мне вкусно. Я раблезианка. Я люблю много всего, и чтобы мне было послаще. Вам тоже нужно, да? Потому что иначе, милая, уже сегодня вы выглядите на тридцатник, на хороший, а то и слишком. Я хочу вас видеть у нас здесь как можно чаще. Женихов еще будет много. Обещайте с каждым приходом набирать по килограмму хотя бы. Обещаю. Обещаете? Приходите к нам в гости. Вы какой-то придумали сюрприз для нашего жениха? Конечно, только мне нужно вначале подготовиться. А мы вас будем ждать. Давай, дорогая. Ирина и Анатолий, наверняка у вас среди ваших знакомых есть люди. Это болезнь же, анорексия, это болезнь. Они будут врать, говорить, что нет, что хотят поправиться, на самом деле они от этого страдают. Есть ли мне у вас кажется, такие? Надо прям брать за руку и вести к врачу, и заставлять есть, я не знаю, потому что это страшно. Я уже говорил в начале передачи о том, что некоторые на подиуме меня пугают, но... Такого, честно, вот я вижу первый раз. Нет, у них же ведь целая компания, они же списываются, переписываются, они хвастают друг перед другом, обмениваются фотографиями. И кто это прекратит, я не знаю. Это же проблема не только в нашей стране, но же во всем мире. Нужно как-то вести к другим... Как? Научите меня, как это сделать? К другим идеям. Показать, что сейчас на подиуме даже ходит. Да что вы, я дочери показываю, рассказываю, а ей вот нравится, она рисует их. Она к ним относится с большим не знаю, мне хотелось даже вторую девушку накормить, честно. Вот, поэтому я ее понес на руках, вот, потому что ручки тоненькие. Может быть, и вы, мужчины, должны говорить, что это не круто. Да, согласен. Что это некрасиво, что это уродливо. Сейчас я с вами полностью согласен. Ириночка. Знаю Толика, он у нас все-таки очень видный молодой человек, пользующийся вниманием. И я думаю, он бы не взял на себя такой груз, кого-то кормить, о ком-то заботиться. О нем самом нужно заботиться. Он очень такой добрый, нежный. Толик не тот человек, который может помочь этой девушке. То есть он не будет девушке. Заниматься Ксенией? Нет, ему нужна здоровая девушка, которая родит ему ребенка. Да. Он мечтает о дочке, он всегда мне об этом говорит. Зачем ему идти тернистым путем, если он и так может получить все, что хочет? Ну, сюрприз готов, давайте посмотрим. Счастлива. А я люблю готовить и угощать своих близких. Замечательно. Слушай, да. Она, конечно, очень худая, но пирожок, это ужасно. Ребята, это пирожки? Да, спасибо. Это что вы принесли? Булочки, это я испекла. Это пирожные. А вы сами не хотите угоститься? Хочу, конечно. Нет, сейчас сама немного нервничаю. Детонька, я вам желаю выздороветь.
Спасибо большое. Если я лично, Лариса Гузеева, могу вам чем-то помочь, свести вас с какими-то врачами, если ваша семья нуждается и это лечение будет платным, я вам даю слово на Первом канале, я найду вам деньги, я дам свои собственные. Пожалуйста, не умирайте, пожалуйста, живите, придите в нормальную форму, потому что вы сами сделали себя больной, детка. Я понимаю, что все, что я вам сейчас говорю, у вас в одно ухо влетает, в другое вылетает. Возьмите цветы и проходите в свою комнату. Тебя неправильно поняли. Судя по всему, да. Дорогие мои, настало время делать выбор. Кто, Ира, как вам кажется, осчастливит вашего друга? Я думаю, номер один. Элеонора. Анатолий, кто на вас произвел впечатление? Элеонора, мы уже с Ириной посоветовались. Именно эта девушка меня удивила, действительно, даже меня не удивил Джеймс Бонд. И именно с этой девушкой было то, что я называю... Нет, Джеймс Бонд – это Полли. Полли, да. Ну, я иду к Элеоноре, потому что она меня удивила дровами. Я не ожидал дров. То есть вот этот деревенский парень, да, который в вас есть, потому что вы именно оттуда... Она удивила меня своей чувственностью, она удивила меня внешним образом. Она меня удивила всем, и именно вот образ, который сидел у меня внутри в голове, это вот она. Вот прям раз... Да, она необыкновенно мила, необыкновенно просто. И сюрприз, правда, восхитительный. Еще раз говорю, не все будет так складываться. Я понимаю. Ну, я думаю, вам даже это интересно и нужно. И то, о чем я говорила, она старше вас. В вашем случае это правильно. Мне это нравится. Поэтому я тоже за Элеонору. Ну, не Элеонора, мне все девочки понравились, каждый по-своему. Но вы знаете, все-таки семья – это серьезно жизненный проект. И хотелось бы как минимум на одну оставшуюся жизнь, в общем-то, замуж выходить и жениться. Элеонорочке уже нельзя экспериментировать, 30 практически. А вам еще можно. Это первое, почему я не рекомендую идти к ней. А ей уже, извините, нельзя на черновик ничего писать. А с Полли вы, вот Лариса часто говорит про песочницы, вы, понятно, похожи, она может развлекаться, вы можете, пока не встретите... Вот ту кокошеную прокатывают. Да как-то не создает впечатление Анатолия, что ему хочется развлекаться. Анатолий, вот пообщалась с ним час, создает впечатление человека уже взрослого, он знает, что он хочет. Это то, что... Он не похож на такого крученного мальчика. Ларис, мужчина, когда он попадает под твое влияние, понимаешь, ты же убедить можешь кого угодно. Правда? Конечно, Анатолию нужна девушка, которая бы готова была лидировать. И несмотря на то, что Элеонора уже человек зрелый, действительно нужно определяться с мужем и детьми, все-таки ей хотелось бы рядом человека, который за нее принимал бы решение. Ну, скажем так, которому она могла во многом бы довериться. Полностью она решение не делегирует. Поэтому сегодня я не увидела здесь девушки идеальной для вас. Но если выбирать действительно для серьезных отношений, пускай даже понимая, что гороскопически все-таки не совсем ваш человек, имеет смысл выбирать Элеонору. Пока вы подумаете, я хочу сказать пару слов о другом. Вы, как человек из модной индустрии, наверняка интересуетесь покупками. Ну и нам всем приходится что-то каждый день покупать. Продукты или какие-то хозяйственные мелочи. Если большие покупки нужно планировать, ну, просто по личному гороскопу, такие как квартиру или покупка автомобиля, то бытовые повседневные траты вполне можно спланировать по лунному календарю. Итак, заглянем в него и хочу сказать нашим зрителям о том, что... Как будут обстоять дела с тратами наших денег в июне 2014 года? Могу сказать, что наши деньги под угрозой, потому что, начиная с 7 июня до конца месяца, Меркурий поворачивает в обратное движение, ретроградное, и все, что касается товарно-денежного обмена, будет происходить негладко. То йогурт просроченный купишь, то блузка не застегивается, то у портфеля замок сломался. В общем, все большие траты планируйте, пожалуйста, до 7 июня. А уж если что-то приходится покупать после 7 числа, лучше назначить это на 28 июня. Или обязательно покупайте только в проверенных местах и берите чек на случай возможного возврата этих самых продуктов или вещей. Вот так. Спасибо. Спасибо. Видите, сколько у вас было времени подумать, в какую же из этих дверей вы постучитесь. Но у вас еще есть несколько секунд, несколько шагов. В любом случае, мы будем на вашей стороне, мы вас поддержим. Проходите.
Наши будущие герои ждут ваших откликов. Отправляйте смс их номером по телефону 4151. Тамара, 19 лет, номер 3428. Профессиональный фотограф и модель. Занимается вокалом, изучает восточные языки, мечтает научиться играть на саксофоне. Познакомиться с темпераментным мужчиной до 30 лет, который будет ее понимать с полуслова. Артем, 24 года, номер 3429. Живет в Швеции. Работает шеф-поваром в ресторане. Ходит в ночные клубы, занимается серфингом и собирает компьютеры. Его спутница должна быть стройной брюнеткой, от которой он не захочет сбежать на вечеринку. Мы не знаем, выйдет Анатолий один или с избранницей. Я приглашаю всех, выходите. Давайте его поддержим. Что вы зашли ко мне, но мне нужны более серьезные уже отношения, семья и дети. Вы мне очень понравились, но я не за дружбой сюда пришла. Поэтому... Я тоже не за дружбой. Ну, я не увидела с вашей стороны вот такого желания, как у меня, к созданию семьи. Мне бы хотелось сфотографироваться с вами на память. Давайте. Анатолий, подходите ко мне, дорогой мой, почему один вдруг? Ну... Пошел я к Элеоноре, да. Элеонора, почему? Скажите мне, дорогая. Мне нужна семья, а не дружба. Вам нужна семья, а не дружба. Ну что ж, сегодня у нас нет пары. Если вы тоже одиноки, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4151. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: давай поженимся. Удачи. Вот я хочу спать, не сплю. Если я хочу есть, я ем. Стоп, пошли замуж. Я боюсь. Хороший ты парень, но не орел. А если бы Ди Каприо был бы капитаном корабля, то он бы не поплыл бы к этим айсбергам. Может быть, не стоит так часто, так активно. Ну, наверное, я бы к врачу бы рекомендовала сходить вообще-то. Повторяю, я не клонировала ребенка. Только рюмка водки на столе. Очень смешно. Роза.